Сейчас уж не получится на телефончик. Вот. Сейчас. Базовый шаг номер один. И тум, чик, чик, тум. Партнеры выходят на полосу слева. Открылись. Раз, два, три. Отсюда закрываем обратно. И раз. Возвращаем постепенно передние. Два. И третий шаг на место партнера. Можем делать базовый шаг. Тум, чик, чик, тум. Меняем просто ракурса. Тум, чик, чик, тум. Партнер еще перед нами. Мы перемещаем сами влево, оставили коридор до него, два, третий шаг, дальше закрываем, раз, два, три, снова поменяем ракурс, пусть будет видно все разные ракурсы, сохраняем базовый шаг, помните, неважно куда мы идем, лево топ-топ, и открылись, параллельно, закрылись, возвращаемся. Видели Спайдермен, расходимся. И можно занять такое положение, лоб не сгибаем, не напрягаем даже партнера. И можно занять такое отношение к базовому шагу. Либо можно слазить сразу, как расходились, направляясь на латерал. Корпус закручиваем от лопатки, диафрагма всегда к ней. О, чувствуем себя комфортно, можно чуть-чуть более объемный шаг в сторону. Еще комфортнее чувствуем, можно направляться вторым шагом на крест вперед. Нос закрученный, порс на этом моменте всегда к партнерше. А партнерша где два шага, а партнер один? Три. Все три у нас. Ну, в смысле? Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Когда мы идем все вправо, ноги вправо, и тогда мы можем возвращать в исходное положение перед партнершей. И отсюда базовый шаг. Можно закрывать позвезд аккуратненько и начинать сначала. Вероченью – это тот момент, который мы открываем партнершу справа от себя. Спайдермен – это наше расхождение. Отсюда все такое положение. Мы снимаем еще латерал. Противоход. Топ, топ, противоход. Топ, топ, противоход. Топ, топ. Прошу вам еще внимание, вот на мой лоб, видите? Они не сокращают. Ну подсчет, вот. Давайте сделаем еще. И. Тум. Да, давайте. Почти подсчет. Не, подсчет. Давай. Нет. Да, под тум-чик-чик, да? И. Тум. Чик-чик-тум. 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 Понятно? Все понятно, спасибо. Спасибо, молодцы. Пожалуйста. Давай, делайте домашнее.